Какая же красота без здоровья? Сегодня мэр города Сергей Катанандов сделал, по его словам, самый главный подарок не только женщинам Древлянки, но и женщинам всего Петрозаводска и Прянежского района. Наконец-то запущен в действие один из наших основных долгостроев – новый диагностический центр. На презентацию первого блока были приглашены все первые и вторые лица от медицины и властных структур. Новую поликлинику открыли под народные песни, речи городского головы и благословение батюшек. Но к праздничному столу забыли пригласить тех, кто здесь будет работать. Как говорится, кому-то праздники, а кому-то трудовые будни.